Приветствую вас всех на канале «Вкус жизни». Меня зовут Светлана, и вот сегодня я хочу показать вам, какого же кузнечика я увидела в траве. Проходила вот так по дорожке и увидела, сидит нечто, можно сказать, похожее на кузнечика, длиной сантиметров 10, очень громадный такой, и к тому же он еще оказалось, что он не только прыгает, но еще и летает. И я подумала, скорее всего, что это не кузнечик, скорее всего, что это саранча. Потому что мне рассказывали, что если зеленого цвета, это кузнечик. Помните песня? В траве сидел кузнечик, зелененький он был. А этот такой приспособленец какого-то немножко коричневого цвета. И глаза, я сначала думала, что это глаза, но они как-то нарисованы, на затылке у него находятся. Скорее всего, это отпугивающий маневр, камуфляж какой-то. И такого точно я потом еще увидела на дереве. Сидел, когда он заметил, что я так пристально за ним наблюдаю, он решил залезть вовнутрь дерева. И прикинулся шлангой. И пока он там сидел на ветке, думая, что я его не вижу, я ветку немножко отодвинула и сделала несколько фото, чтобы можно было поближе их увеличить и рассмотреть. Ну, интересный, конечно, экземплярчик. Видите, вот у него эти как бы два глаза, но вот они на затылке находятся. Скорее всего, мордашка, лицо у него там внизу. А здесь вообще кажется, что это действительно глаза. А это, вот видите, вот я поближе сделала. Вот такие насекомые живут у нас на Кипре. Я не знаю, зоологи, наверное, знают все виды, виды этих кузнечиков, этой саранчи. Вот такой экземплярчик. Решила с вами поделиться. В траве сидел кузнечик, могу теперь сказать в кавычках слово кузнечик. Спасибо вам большое за просмотр и до следующих моих видео. Пока-пока!